Швеция очень похожа на нашу страну. Одинаковый климат, один строй социализм, неважно, что шведы называют его демократическим, территориальной единицей государства являются коммуны. Первое воскресенье марта Швеция отмечает национальный праздник. И так же, как и мы не так давно, скандинавы собираются на грандиозную демонстрацию. Шведский король Густав Васа, именем которого названа самая протяженная, самая массовая, самая популярная лыжная гонка в мире, много повидал за 75-летнюю историю этого соревнования. Но ни разу в его владениях не было российских тележурналистов. И съемочная группа телекомпании НТВ в составе Виктора Щербакова и Андрея Кондрашова решила исправить эту несправедливость. Желающих испытать себя в 90-километровом лыжном пробеге примерно в 3 раза больше, чем 15 тысяч счастливчиков, заплативших немалые деньги, около $100, за добровольное самоистязание. Почти 500 лет назад тропой этого перехода шел шведский князь Густав Васа, чтобы поднять крестьян на борьбу против датского супостата. Густав Васа стал позднее первым королем Швеции, а его потомки регулярно повторяют путешествия первого монарха, положившие начало национальной независимости. И в этом году шведский король засвидетельствовал почтение своему народу, преодолев дистанцию за 7,5 часов. С 22 года лыжники идут одной и той же дорогой между городками Селен и Мура. И только 2 раза они не могли этого сделать из-за абсолютного бесснежья. Под большим вопросом стояло проведение и нынешней 73-й по счету королевской гонки. Оттепель съела добрую треть 90-километрового пути. 3000 добровольцев откликнулись на призыв организаторов восстановить снежную трассу. Можете представить, чего стоило им подготовить 30-километровую лыжню для 15 тысяч участников. Гонка в Асалопе давно превратилась в крупнейшее международное состязание. Многие элитные лыжники, участвовавшие в нем, сравнивают в Асалопе с олимпийским стартом. Шведская коммуна под названием Мура ежегодно в первую неделю марта становится людским столпотворением. Несколько маленьких гостиниц не справляются с огромным наплывом туристов. Цены на жилье подскакивают 2-3 раза, поэтому подавляющее большинство приезжих пользуются дешевым и, разумеется, не самым комфортным сервисом. За $15 они размещаются в помещении школьных классов, которые одновременно со спальней являются и кухней, и гостиной. Более чем скромные условия вполне устраивают привыкших к достатку и комфорту шведов. Накормить увеличившееся раз в 100 население Мура местным властям непросто, но пока никто из гостей не жаловался на голод. С каждым годом число паломников растет и растет. А манит их сюда сумасшедшая, на первый взгляд, затея. 90-километровый переход по тропе, проложенный почти 500 лет назад первым королем Швеции Карлом Густавом. С того времени эта скандинавская страна считает себя независимой, а ее благодарные граждане отмечают необычной демонстрацией победу демократического социализма в своей стране. На таком торжественном общенародном событии не может не присутствовать и король Швеции. Карл Густав XVI приезжает сюда не в качестве почетного гостя, а для того же невероятного самоистязания. Специально для наследника престола изготавливают именные лыжи. Встать на одну лыжню вместе с королем мечтают многие, но организаторы не в силах предоставить необходимые услуги более 15 тысячам человек. Поэтому те, кто не попал в число счастливцев, зарабатывают льготное право на следующую гонку в так называемых открытых стартах, проводимых на той же трассе несколькими днями раньше. Таким образом, общее количество участников превосходит 30 тысяч человек. Прибавьте сюда 3,5 тысячи добровольцев, обслуживающих соревнования, плюс зрителей, количество которых никто не взялся посчитать, и вам станут ясны масштабы этого планетарного события. Генеральным штабом состязания является двухэтажный особнячок в центре города. Васалопит Хус, дом королевской гонки, постоянно действующее предприятие. В разное время года оргкомитет проводит другие общенациональные состязания, но главная его работа – лыжный сверхмарафон. В штате подготовительного комитета 9 человек, но, разумеется, одним им не по силам справиться с преогромным хозяйством. Шеф Васалопит – многолетний руководитель оргкомитета Рольф Хаммер. Общие затраты на гонку составляют примерно 30 миллионов шведских крон, ну а прибыль примерно 4,5 миллиона.
Бюджет Васа Лопес складывается из многих статей. Прежде всего, это спонсорские взносы, но и вклад самих участников соревнования составляет заметную часть. Те, кто своевременно подает заявки, то есть не позже, чем за 8 месяцев до старта, платят примерно $100. В эту сумму входит право участия в гонке, медицинская страховка на период соревнований, элементарное обслуживание, как-то гарантия сохранности ваших вещей на старте и финише, очень скромное питание на протяжении всего маршрута и красочный протокол соревнований, который пришлют вам домой спустя примерно полгода. Если вы опоздали с заявкой, то перед стартом вам придется выложить уже $200. Да и то только в том случае, если кто-то из ранее заявившихся не сможет приехать и предусмотрительно откажется от участия. Любая информация и даже печатная сувенирная продукция, имеющая отношение к соревнованиям, предоставляется бесплатно. Организаторы даже безвозмездно предложат вам специальную мазь от потертостей. Накануне старта всех беспокоит метеопрогноз и самые подробные сводки к вашим услугам. Более того, предприимчивые специалисты предложат вам не только оптимальные варианты смазки лыж, но и за отдельную плату подготовят лыжи по самой современной технологии. Не всем гонщикам экстра-класса под силу так скрупулезно намазать лыжи, но эта услуга обойдется примерно в $30-40. В сложных погодных условиях, как было и на этот раз, специалисты-смазчики неплохо зарабатывают. Среди спортсменов много и таких, кто не доверит свои лыжи никакому самому опытному асу. Подготовка лыж для них – это священное действие. Неотъемлемая процедура самонастроя, мобилизации перед супермарафоном. В этих колдовских заботах проходят последние часы накануне старта. Это будет мой третий супермарафон, говорит 74-летний энтузиаст из Германии. Я надеюсь финишировать и посвящаю этот марафон своим семерым правнукам. Еще одно беспокойство перед самым стартом объединяет всех искателей лыжных приключений. Необходимо набить свой желудок таким количеством съестного, чтобы завтра не грызть от голода кору деревьев и не глотать снежные комки. Как будешь питаться, так и будешь лыжами и палками на лыжне толкаться. Коротко можно перефразировать один из секретов преодоления 9 десятков снежных километров за один прием. За несколько часов до старта Мура превращается в огромную столовую, кухню, ресторан, словом, в территорию всеобщего обжорства. Улицы Мура рано пустеют в первый субботний вечер марта, потому что следующий день для всех начнется очень рано. Примерно в 3-4 часа утра, ведь до старта, который, как всегда, будет дан в 8 часов, нужно еще добраться почти 100 километров. За доставку к месту старта придется заплатить дополнительно, но это самый надежный способ, ибо своим транспортом добраться по узкой дороге, на которой съезжается пол Швеции, совсем непросто. В чем мы с оператором убедились на собственной шкуре, едва не опоздав на старт. Это называется перед стартом, называется перед смертью не надышишься. Отлично. Перед стартом необозримую толпу разогревает квалифицированной разминкой инструкторы аэробики. Я же удивлялся, зачем они тратят жизненно драгоценные калории, тем более, что даже в спокойном состоянии пульс предательски выдает внутреннее напряжение. Сердце колотится за двоих. Я ощущаю какую-то болезненную тревогу. Вы боитесь перед гонкой? Да, очень. Себе бы я пожелал просто дойти до финиша в городке Мура. А у меня никаких нет проблем, действительно, да. Не верьте тому, кто говорит, что не боится, прыгая с парашютом. Не верьте тому, кто скажет, ни капли не волнуется перед этим испытанием 90-километровой лыжней. Я вам честно признаюсь, у меня дрожат коленки, если я хоть на секунду представлю, что сейчас предстоит. Успокаивает лишь одна мысль, что вместе со мной испытывает то же самое 12 тысяч безумцев. Многие еще не представляют, в какую авантюру они ввязались. Как правило, около 5000 человек стартуют в королевской гонке впервые. Есть в ней и свои рекордсмены, преодолевшие сверхмарафон 45 раз. А швед Хольгер Бископ, у которого ампутирована одна рука, попал в книгу рекордов Гиннесса, покорив Васа Лопет 11 раз. Удивительно, даже у новичков не требуют никаких медицинских справок и освидетельствований перед гонкой, как принято в нашей стране. Вы сами отвечаете за собственное здоровье, а в таких испытаниях заложен глубокий смысл. Они заставляют постоянно поддерживать нормальные физические кондиции и являются действенным стимулом для регулярных тренировок. Многие занимают место на стартовой поляне еще ночью, чтобы зарезервировать удобную позицию. Тем, кто решил как следует выспаться перед стартом, придется затем постоять минут 30-40 в людской пробке у подножия первого подъема трассы Васа Лопет. В этой самой длинной шведской очереди сладко вспоминаются недавние советские времена. За свои оставленные на старте шмотки можно и беспокоиться. Их доставят в нужное место и время. На всей трассе 7 пунктов питания. Те, кто не торопится их покидать, зовут черникой за пристрастие к фирменному черничному напитку.
Снег превращается в красный цвет сладкого варева и желтеет от бесчисленного количества бумажных стаканчиков. Черничный суп – это символ Васа Лопит, его визитная карточка. Каждый из полутора десятков тысяч участников может не беспокоиться. Напитка хватит всем и первым, и последним лыжникам. В любом случае, он будет приятно теплым. Что касается разнообразия меню, то организаторов можно назвать жмотами. Кроме напитка, можно попробовать простую воду, сдобные булочки и на некоторых пунктах питания еще кофе и соленый бульон. Особенно не разгуляешься после таких харчей. Правда, от голодной смерти вы гарантированы. 80 тысяч булочек, 40 тысяч литров бульона и другой снеди притупят животный аппетит. На последнем пункте питания за 5 километров до финиша организаторы расщедрились на теплое пиво, вкус которого с трудом узнается на 85-м километре трассы, потому что восприятие реальности в этот момент сопоставимо с автопилотным управлением самолета. Сознание, эмоции, ощущения работают в минимально возможном режиме. Дотошные статистики подсчитали, что каждый участник за гонку теряет в весе в среднем около 3 килограммов. Таким образом, в пересчете на всех лыжников королевской гонки исчезает примерно 500 человек. Эта цифра почти совпадает с количеством незавершивших дистанцию. Невероятно, но не меньше 90% участников преодолевают полный маршрут. Чтобы не заморозить судей и соблюсти спортивный принцип состязания, организаторы устанавливают контрольное время на каждом промежуточном финише, по истечении которого останавливают не уложившихся в норматив. Последние участники приходят к конечному пункту путешествия спустя 12 часов. Весь поселок Мура встречает покорителей королевской тропы. Фото и телерепортерам нигде больше не найти такого разнообразия и драматизма портретных съемок, как в финишном коридоре. Признаюсь, далеко не все после многотрудного похода общительны и приветливы. Эйфория приходит значительно позже, но многие не стесняются сдерживать эмоции. Доехали! О, лучше всех. Всегда бы так. Что запомнилось? Кругом вода. Очень смешно. А почему? Повсюду счастливые лица, прекрасные зрители и тяжело. Это мой второй марафон. А сколько вам лет? О, произносить ужасно. Очень счастлив, ребята. Первый раз здесь? Первый, да. Но люблю лыжи. Альпинизмом занимаюсь. Вот. Фамилия моя Дубовиков. Первый раз 90 километров. Не да. Боялись? Нет. А сейчас не жалеете, что пошли? Нет. Нет, нет, не жалею. Представьтесь, пожалуйста. Я Антипанова Римма Михайловна. А, простите за нескромный вопрос, сколько вам лет? 62. Ну и денек. Теперь я хорошо представляю, что говорят в сердцах спортсмена сразу после финиша назойливым репортерам. Выключай камеру. Всем, кто уложился в гроссмейстерский норматив, которым считается проигрыш не больше половины времени победителя, вручают медали. Похвастаюсь, что я еще не перешел в ранг туристов, а остальные довольствуются деревянными трофеями. На этом гонка не завершается. Вам еще предложат посетить сауну, вдоволь накормят пусть не изысканными блюдами, но поверьте, ужасно вкусными после черничной диеты. И никто вас не остановит, если вдруг прорвется неуемный аппетит. Массажисты приведут вас в чувство, если не поскупиться на $20. И все обязательно получат заветный документ. Именной диплом покорителя королевской гонки. В личных коллекциях шведов эта реликвия занимает самое почетное место. Ведь если ты претендуешь называться спортсменом, то тебя обязательно здесь спросят, а как ты прошел Васа Лопит. Зрители не покидают финиша до прихода последних участников и приветствуют их с не меньшим энтузиазмом. Как не преклоняться, например, перед этим слепым лыжником из Италии? Гаэтано Марчетто прошел гонку от начала до конца. Специальные призы для самых последних финишеров. Впрочем, к любому, кто имеет какое-то отношение к Васа Лопит, здесь в Швеции отношение особо почтительное. Около 8 тысяч любителей лыжного спорта приняли участие в кроссе, носящем название Васа Лопит. Дистанция кросса 85 километров 800 метров. На трассу гонки вышли спортсмены из 16 стран. Впервые в сверхмарафонском пробеге стартовали советские лыжники. Первым к финишу пришел швед Ларсу Арне Бёлинг.
олимпийский чемпион Веденин был вторым. 25 лет назад советские лыжники впервые покоряли самую большую гонку в мире. За всю историю шведского сверхмарафона, которая бережно хранится в музее городка Мура, в постоянном месте финиша гонки, иностранцы всего 8 раз побеждали здесь. Единственным советским чемпионом был в 77-м Иван Гаранин. Стоит вспомнить и не очень известного финна Паули Ситонена, изобретателя конькового хода, с помощью которого он и отличался на длинных дистанциях. Вот и на этот раз среди прочих фаворитов называли олимпийского чемпиона норвежца Вегарда Ульванга. Мне нравятся такие длинные гонки. А выиграть слабо? Выиграть может каждый, если повезет с тактикой, а самое главное, если удачно будут намазаны лыжи. Мне со знакомой русской фамилией Ботвинов, представляющего теперь интересы Австрии. То есть на самом деле это такие соревнования, которые... Может быть, можно поставить даже в ряд с Олимпийскими играми и с чемпионатом мира. Потому что если ты выигрываешь в Азалопе, то ты на всю жизнь остаешься чемпионом. Так во всем мире. Гонка в Азалопе стала в этом году финалом Кубка мира по лыжным сверхмарафонам. Но Ботвинов, выиграв 5 гонок из 6, уже обеспечил себе общую победу в этом турнире. Тем не менее, титул триумфатора королевской гонки не идет в сравнение ни с какими регалиями. Собственно, гонку можно разделить на две части – спортивную и массовую. Последнюю лучше будет назвать переходом, но, согласитесь, без элементарной спортивной подготовки преодолеть 90 километров вряд ли возможно. Тактика лыжных состязаний с многолюдным стартом напоминает групповую велосипедную гонку. Долгие маневры претендентов в составе лидирующей пачки, а затем либо отчаянный спорт храбрецов незадолго до заветной черты, либо спринтерские разборки уже в финишном коридоре. Тех же, кто пытается на первых километрах убежать от пелетона, как правило, ждет скорая расплата. Михаил Ботвинов рискнул усомниться в тактических канонах, несмотря на естественную стартовую осторожность. У меня какое-то почему-то такое всегда волнение, страх, может быть, немножко перед стартом. Всегда такое большое количество людей на старте стоит, там 2000, когда 5000, 8000 в Америке было. Ну, потом стартуешь, как-то все это проходит. Конкуренты посчитали его авантюрный побег блефом и готовы были отдать ему пару-тройку промежуточных финишей, за победу на каждом из которых полагается около $1000. Всего на протяжении 90-километровой трассы 7 таких промежутков. На половине дистанции призовые увеличиваются вдвое. А за главную победу причитается около 10 тысяч баксов, помимо кучи других не менее ценных призов. Специальный трофей от автоконцерна Volvo за рекорд трассы, который с 86 года принадлежит шведу Бенгту Хасису, 3 часа 49 минут. Я думаю, что моему рекорду долго жить. Во-первых, я мог пользоваться еще коньковым ходом, а к тому же сегодня совсем никудышная погода. Проходит первый, второй, пятый, шестой промежуточный отрезок, а Ботвинов будто забыл, что пора уставать, и его полутораминутное преимущество над преследователями застыло, словно натянутая веревка. Пункты питания он проскакивал со скоростью курьерского поезда, не замечая аппетитных харчей. Одним из тех, кто помогал Михаилу Ботвинову готовиться к этой гонке, как и к другим состязаниям серии World Lopet, был Ола Хасис, знаменитый шведский сверхмарафонец, побеждавший здесь на Васалопет и 14 раз всего участвовавший в этой сверхгонке. Он рассказывает, что за 2 дня до старта вместе с Ботвиновым тренировался в течение 5 часов и просто был потрясен, когда увидел, что тот мог идти, ни разу не подкрепившись, такое продолжительное время. Я не верил своим глазам, потому что во время выполнения столь огромных нагрузок обязательно нужно подпитывать организм. Он потрясающе силен. Когда группа преследования разбавилась, нервишки стали пошаливать у знаменитого норвежца. Он решил посчитаться с одним из фоторепортеров, язвительно пошутившим над ним на одной из пресс-конференций. Мальчишеская месть обошлась Ульвангу без серьезных последствий. Преследователи долго не могли поверить в серьезность намерений Ботвинова. И порой чуть ли не останавливались, решая, кому же возглавить преследование. Скорость этого небольшого пелетона падала, а Михаил Ботвинов тем временем наращивал свое преимущество. Вспоминает Вегард Ульванг.
Михаил так быстро оторвался со старта, что мы даже не заметили его. Ну, а когда поняли, что догнать его будет сложно, долго не могли выяснить между собой отношения. Он этим и воспользовался. Быть может, сил, оставленных в легкой потасовке, и не хватило норвежскому викингу, чтобы подхватить рывок чемпиона мира Кристера Майбека из Швеции за 10 километров до финиша. Но то была схватка за второе место, потому что победителем, даже не с явным преимуществом, а скорее нокаутом, становился Ботвинов. По традиции Васа Лопет чемпиона встречает на финише лавровым венком шведская Золушка, выбираемая ежегодно на общенациональном конкурсе красоты. Такое право скандинавские девушки получают только раз в жизни. Никогда в истории королевской гонки спортсмен не побеждал в ней, лидируя от начала до конца 90-километровой дистанции, да еще с огромной форой. В итоге превосходство австрийца Ботвинова над шведом Майбеком превратилось в 3 минуты. А Вегард Ульванг не смог подраться и за третье место, удовлетворившись четвертым. По-моему, так сильно еще не уставал никогда. А были ли какие-нибудь проблемы во время гонки? Проблем таких особенно не было. Единственная проблема — одному тяжело очень бежать было. Всю дистанцию одному, вот это единственная проблема. Еще одной примечательностью нынешней гонки Васа Лопет стало первое официальное признание участия женщин в супермарафоне. До этого лыжницы состязались как бы на равных с мужчинами. Для них не было полноценного призового фонда, и даже в итоговых протоколах они не выделялись в отдельную категорию. В нынешнем году собралось 1200 искательниц лыжных приключений. Основную часть дистанции лидировала Наталья Хлебородова, гонщица из Новосибирска, выступающая за один из шведских клубов. Женское это дело вообще, 90 километров на лыжах бегать? Нет, это не женское дело. А зачем тогда себя мучаешь? Я даже не знаю. Может быть, это странное или необычное, я не знаю. Какая лыжная наркоманка? Да, наверное. Фанатка. В прошлом году она была второй вслед за 21-летней шведкой Софией Линд. И на этот раз все повторилось с абсолютной точностью. В итоге Линд была на финише впереди всех конкуренток, Хлебородова вновь вторая. А могло быть и по-другому. Еще палку я сломала после 40 километров. Шла 3 километра без палки. Никто мне с палку не хотел давать. Теперь я злая на этих шведов. Будь они неладны. Любопытно, что победительница заняла 200-е место в общем протоколе. Напомню, всего на старте было около 13 тысяч человек.